Вот я и вновь повторяю вам, что необходимо экология и внутреннего мира мыслить правильно, не слушать этих плохих новостей. И экология внешнего мира, чтобы было приятно и хорошо. Вот я здесь сижу, отдыхаю после обеда. Прекрасный вид, прекрасная погода, середина декабря. Это субтропики. Наверное, стоит иногда баловать себя хорошими продуктами, хорошими окружением, хорошим обществом, хорошими новостями и экологией внешнего мира, чтобы на душе стало спокойнее, чтобы внутренний мир был экологичен, комфортен и прекрасен.